Ne aflăm la Drochia, satul... Taciet, tăt! Suntem la Drochia, satul Maramonovka. Ne aflăm în ospiție la un prieten din Drochia și știți ce m-a făcut să vin să fac acest reportaj? De toate mi-a povestit, chiar de multe ori mi-a fost și sponsor la benzină, dar nu mi-a spus greutatea care o are acasă. Vom încerca ca totuși să arătăm puțin din această greutate care o ține în suflet domnul Ion. Și o să începem cu mama dumnealui, cu sora din spate și cu toate rudele. Nu știu ce ne spun. Eu tot am să-ți spun. Vă rog să vă prezentați. Tania. Татьяна. Татьяна. Ивановна. Очень приятно. И вы сестра Вани и еще и имеете... Ромы. И Рома. У меня еще одна сестра есть. Еще одна сестра есть. Так да? Она живет. Где живет? Далеко? Тут... А, в центре, да-да. Да. Я забыл. Как вы до такой жизни вот дошли, что в постели? 12 лет. С 12 лет, да? Да, я заболела. Угу. И гриппом. Меня не ожут. И с тех пор вот в постели? Да, нервы, что-нибудь расстроишься, уже все. Угу. Нервы. А я понял, что с какого-то укола, да? Подсказали, нет? Нет. Делали им здесь уколы, нет, они были, да, здесь, маленькие. Я не знаю. Данный момент? Да, кто вам помогает так? Мама. Только мама, да? Мама, больше никто. Мама, братья. Нет, мама и брат. Вот мама, Ваня, брат. Больше никто. Угу. А вот с примарией, соцфонда что-то получаете? Ничего. Ничего. А ни разу не заходила это с... Оля? Да, или кто у вас нет. По сектору? Нет. Нет, да? Нет. А не пробовали через кого-то? Может, через брата зайти в примарии, там написать... Что написать? На них, во-первых, жалобу. Почему так соцработник не приходит? Не... Кто? Кто? Угу. Что толку, что она придет? Она ходит на ведро, на тазе, я не буду нюхать. Так она сказала, да? Да. Но она единственная, которая в селе так... Да. Единственная. Единственное. А что у вас село не такое большое, да? Что только один соцработник? Да, только она. А кто больше? А вот примарь был когда, чтобы выбрали его? У вас женщина или мужчина примарь? Мужчина. Мужчина, да. Да. Часто заходит? Нет. Никогда не заходил. Ни разу, да? Ни разу. Помощь никто ничего не давал. А вот есть у вас ванная, например, или... Нету ничего. Нету ничего, да? Не видите сами. Ничего. Я бы хотела квартиру, чтобы мне дали. Помогли. Я очень люблю город Кишинев. Очень там, как там, люди... Врачи там. Врачи и люди какие-то верующие, очень верят в Бога. А здесь никто не верит. А вы... Жалостные люди. Очень. В Марамоновке сколько так процентов русских, молдаван? Да все перемешка. Перемешка. Да. Камера не, да?
Я очень верю в Бога. И вся надежда на Него и на правительство, то мне поможет. А вы вот были хоть раз в церкви? Нет. Ни разу. Я не болела. Когда болела, я ни разу не была. Ко мне девушки приходят, верующие, Вера Иегова. И все равно один и тот же Бог. Да. Сказать еще. А кроме мамы кто-то помогает? Нет, нет. Брат, что покупает, приносит. Все а необходимое, так, да? А так мама выносит, мама туалет все выносит. А как вы думаете, вот брат очень такой порядочный и вообще хороший человек. Да. Почему он помогает другим и все-таки думает и о вас, но что его делает, чтобы помочь другим? Такое у него сердце. Он добрый, он жалостный, он видит нашу боль через других. Я скажу. А вот у вас как проводите время там? Есть телевизор или что-то? Нет. Просто читаю Библию. Очень много читаю Бога. Я предпочитаю. Читаем, Бога. Плачем. Шквасты не луем, да? Да. Когда придет Царствие Божие, тогда Он исцелит и поможет нам. А то никто не помогает. А больше ничего, только с Богом мы беремся. И вся надежда на Бога. Спасибо вам за вашу помощь. Да пока не за что. Не афламла адойле фрати, а домнолу и вон. Розва презентация. Хочу, чтобы вы представились. Да. Как вас зовут? Рома Телетя. Ком вас зычи? Рома. Рома, да? Рома. Фамилия мне родится Рома. А что у вас случилось? Как вы так попали, вижу, в постель? Это из детства или... Я от этого укола, что мне поставили, я плохо слышу, понимаете? Ага, вот надо вам от этого было укола, сказать мне. Мне поставили, вы можете чуть-чуть погромче, можете поговорить. Как это случилось? Я поехал туда, приехал домой, в отпуск приехал, меня завели в карантин туда на третий этаж, сам в одиночку в комнате. Приходит санитар, говорит, иди к тебе к телефону. Я говорю, к какому телефону? У меня же телефон мобильный. Мне говорит, нет, к домашнему. Я туда спустился, захожу к медсестре, она ставит мне стул, закатывает рукава и ставит мне укол какой-то розовый, не знаю, что-то мне поставило. Во мне пошел, извините, выражение, весь пот, я думал, что ноги штаны обделы. Открывает балкон. Зимой и двери, и говорит, что меня просквозило на свет, я не мог слышать ничего. И до этого укола у меня внутри все горит, понимаете, все горит внутри. С тех пор так и горит? Да, 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 да. До сегодняшнего дня? А что за укол розовый? Не понял. Что за укол розовый? Я не знаю, что это за укол розовый, антибиотик. Я сказал Раисе Георгиевне, а Раиса Георгиевна говорит, это все тебе пройдет. А это где? В какой больнице? В какой больнице? Это в Дубоцарах. Да, мы там, в Дубоцарах, Маловатанова, дом престарелых. И с тех пор так и не слышите, да? Да, да. И поэтому я плохо слышу за этого укола, что мне поставили. А какой номер больницы там? Номер больницы? А, и вы извините, я не знаю, это номер больницы точно, я не могу вам сказать. У
Вот в Мармоновке, из Мармоновки приходит кто-то с Приморьи. Никто, никто, ни Приморья, ни аптека, никто, никто. Ни, соцобеспечение никто, ни никто, один? Никто. Угу. Ни аптека, никто не приходит, никто есть. У них как будто здесь в Мармоновке не существует инвалидов никто. Они сами для себя, сами себе все. А вот пенсию какую-то получаете, нет? Не понял. Пенсию получаете какую-то? Здесь или там? Здесь. Там? Здесь. Здесь я уже не вижу ни копья. Нету, говорю, что надо сдать какие-то анализы, чтобы сделать, пройти в ТЭК обратно, чтобы получать пенсию обратно, что, так как было. А там, когда сидели, пенсию вообще не получили ни 4 года, ничего. А должен был получать 25%. И мне не выдавали ни копья. Сколько вам лет? Сколько лет вам? Мне сколько лет? Мне 49. Исполнилось сейчас в августе 49 лет. До 6 августа дотяну. Молцанаин. Спасибо. Давали мне какие-то маленькие таблетки, как спичная головка. Я не успевал ее ставить на язык, пропить ее водой. Она сразу расплывалась. И мне отказывали ноги от позвонка. Я не мог выйти туда даже в туалет. Я пошел к Ирине Александровне. Говорю, Ирина Александровна, я до этих таблеток не могу ходить. Она говорит, Ирина Александровна, это для твоего же блага, хорошо. Скажи Раисе Георгиевне. Я сказал ей Раисе Георгиевне. Раиса Георгиевна говорит, а я что могу тебе поделать? Ирина Александровна говорит, друг на друга все валили. Вот я больше этих таблеток я не пил. Пару раз выпил, мне отключались ноги, все, я не мог ходить. Со мной сидел в одной комнате, я ему говорю, Жора, от этих таблеток я не могу ходить, не отказывается ноги. Ходил в туалет, держался за стол, за стену, за двери и ходил в туалет. Он мне говорил, эти таблетки, Рома, ты больше не пей, они тебе нельзя. Если будешь пить эти таблетки, Жора мне говорил, то больше ты ходить не сможешь никак на ноги. И вот от тех пор я не могу передвигаться. Вы видите, что за эти ноги у меня. Эти ноги, что они сделали из меня. Это же не ноги уже. У меня были ноги нормальные, все, двигался. А теперь не могу никак. Первый раз, когда она туда привела, опека, она туда привела друг и сказали, что вы будете свою пенсию там получать и всю, когда вам понадобится врач, медсестра, у стенки будет кнопка, будете нажимать кнопочку и будет медсестра, врач приезжать. Поставили нас в карантин, медсестра заходит, приносит охапку таблеток и говорит, открывая рот, давай пей. Я говорю, ставьте мне их сюда, я сам буду пить. Нет, нет, давай открывай рот, мы тебе сами давали мне такие-то таблетки. А что за таблетки, я не могу понять никак. Ai filmat pe Romica cum vine, da? Că eu cât vinem în concediu aici, Olea Apeca trebuie să-mi dă înapoi, să ne ducem la casa de invalid, Apeca, câte 4.000 de suflet, de drum, Olea. Asta nu e Raisa Gheorghevna, că eu tare foarte mult țin la dânsa și o iubesc. Și vă rog, că eu pe iarnă vreau înapoi să mă duc. Am înțeles. Doamna Nadejda, sunteți mama acestor copii. Mai aveți încă unul, am înțeles, da? Aș începe cu ce știți la așa interviu, e greu de întrebat ceva. Ce vă face așa aceste suferinți ca să le îndurați? Ce ați păcătuit așa, parcă sunteți o femeie tare bună,
Vă știu așa de vreo 2-3 săptămâni, dar... Nu știu, și-am păcăduit că ea că am făcut așa copii. Dar nu mă tale, dar sunteți vinovați. Dumnezeu, Dumnezeu da așa. Dar nu le-am azvârlit, nu le-am... Leaca l-am ținut până amu. Și îmbla și e îmbla prin casă, și el îmbla, și în drum se duce. Ea că a venit și le-a luat acolo și le-a dat. Și ei, ea că așa de la pat nu poate îmbla nici el. V-a povestit el și i-a dat lui. Da, da. Ea că așa. Care e totuși istoria? Cum ne puteți spune? De la ce s-a luat asta? De la ce? E că așa s-a îmbolnăjit și ea că așa istoria. Ea că așa. Și nimeni nu ne dă niciun ajutor. Nimeni. Deloc definitiv. Mai era moșneagul, lucra, fășe, adușe, dar mă, nimeni. Amatale, da? Da. Cum nu asta pot așa? Să mă duc până în centru la bazar să cumpăr o pâine. Nu pot. Parcă așa aveți un fiu răzbătător, domnul Ion. Cum din niciodată la primărie n-a fost ceară în primul rând? El nu s-a dus ceară, că e rușine lui. Da, ia ca copii calici, ia ca moș vine iarna, n-au toalet, n-au baie unde să băie, n-au nică, n-au. Am întrebat și pe unul și pe a doilea ficior, totuși iau unică dorință, parcă dintr-o parte vine râde o lume când auzi că vreau apartament, dar totuși... Ce? E o dorință în care... În rochea câte apartamente sunt și pustie, nu șede nimeni. Pe pământ casă, dar e la oraș. Aici e ca 50 de metri de aici, de la trasă. Fășeu sau și nu au făcut la caliși drum. Să ducă caliși până la magazin. Nu le-au făcut. Eu am văzut că m-a răzbătut tare greu încoace cum și n-a avut străzi înguste. Dar pui ei în costile. Nici călești n-au. Călească nu le-o dat nimeni, că se margă caliși. În privința acestor cărucioare, vă promit că o să primiți. Când? Să vedeți. Totuși, cărucioare de-astea simple, eu mă gândesc că nu se poate, dumnealor, fiindcă n-au putere așa de amâni. N-au putere, căniși, nu. Trebuie numai decât electrice. Da. De electrice, nu știu, rugăm, poate cineva ne ajută să ajungem la persoanele care ne pot ajuta. Da. Ați spus că o viață întreagă... O viață întreagă a trăit, că au aproape câte 50 de ani amuș. Nimeni nu le-a dat un cărușor, nimeni. Nu le-a dat un macaron, un orez și s-o dat aici, nimeni nu le-a dat. Niciodată. Mă duc să cer de foc, dar e ce că a, sunteți trei invaliți, la unul am să vă dau. Dar la trei nu vă dau. Asta de la asistența socială? Da, da. Dar de ce? Poate aveți cot ceva? N-am cot eu. Eu n-am cot. Dar de ce să nu văd? E interesant. Nu vreau și nu dau. Cui vreau, cine le dă bani, apă dau. Dar eu statul e tot. Domnul Cubei, Vasile Vasile. Vasile Vasilevici, aici stai tațu. Dar el cum îl cheamă, măi? Tot așa? Tot așa îl cheamă. Ia că mă tăștii. V-aș ruga totuși să faceți o vizită la această familie. Totuși mă mir să fiu primar și nu știu de... Tot populația în sat și spitrece, asta e o greșeală mare. Ce să vând? Scumpii. Dar aici, în Droche sau chiar în Maramonovca, nu sunt case de vândut, cu condiții așa? A, sunt de vândut, dar și eu am paraliț, cumpăr casă? Eu n-am paraliț, cumpăr casă. Că s-o pirată la mândoi rărunchi, s-o pirată, la mândoi ochi s-o pirată. Și ea că mă ador cioarele, nu pot. Și eu am de unde cumpăra casă? Le dă și vine acasă și le face, și baie, și toalet, și tot le face. Sarai le face, dar la ei nu le-a dat o viață nic. Doamna Nadia, până la urmă, ce-ți dorești? Ea că doresc la copiii ăștia bolnași să le dă
o casă, statul în centru, lângă magazine, lângă bolniță. Ori nu lasă-le dă ei la raion. Lasă-le dă ei la raion o casă. Totuși că mai ușor să le fie la comodități. Da, lasă-le ce mă mai ușor. Că ca mâine ia ca mor și rămân pe drumuri. Și de-am au fost la lecuire ei. Am înțeles că șeful secției asistent socială la Drochi este Tudor Golban. Ne adresăm și la dumnealui. Da. Domnul Tudor, sunteți un om parcă principial, tânăr. Treceți, vă rog, și pe la această familie. Ajutați cu ceva măcar. Totuși suntem moldoveni, români, romi. Da. Tot suntem un popor al Republicii Moldova. Cheamă și asta. Mă duc. Я очень верю в Бога, и вся надежда на Него и на правительство, кто мне поможет.